Здравствуйте, меня зовут Павел Саверченко, это дневник бега на моем канале на марафон. И сейчас я хочу показать мою первую цель, регистрацию и об этом событии, которое будет происходить 4 декабря. Это евроазиатский интернациональный марафон, так называется Europe Asia International Marathon Екатеринбург. Вот такая вот небольшая заставочка, я вкратце покажу. Как это выглядит круто, да? Город Екатеринбург, сердце Урала. Такой вот видос я в комментариях под этим видео, ссылочку сделал на него, потому что не могу его здесь полностью показывать. И то есть вот я буду участвовать вот в этом вот, получается, полумарафоне в 2016 году. То есть это очень крупное мероприятие, Европа-Азиатский национальный марафон. Он несколько видов его, то есть есть летний, вот здесь вот показано, да, то есть вот он майский, майская гроза, то есть он будет каждый год происходить, то есть этот вообще марафон европоазиатский, он стартовал, по-моему, только в прошлом или позапрошлом году первый раз, и очень сильно набирает обороты, потому что это, ну, сердце страны, России, середина, да, Европа, Азия, граница, и очень популярным становится этот марафон на самом деле. То есть вот майская гроза. Потом вот второй международный, да, марафон Европа-Азия. В этом году он был. Первый был в 15-м, получается. Он проходит в августе. Был в рамках этого же Европа-Азиатского интернационального марафона ночной забег. А он был 17 сентября 2016 года. И вот он мой, да, первый городской зимний полумарафон City Winter Half Marathon. Екатеринбург, 4 декабря. Можно бежать 7 и 21 километр. То есть для того, чтобы нам зарегистрироваться, мы нажимаем вот сюда и попадаем на такую страничку, где нам предлагают, ну, то есть вот он, да, страница регистрации Russian Running, где нам предлагают зарегистрироваться. Ну, вот я уже зарегистрировался, а если мы не зарегистрировались, то мы попадаем на страницу регистрации. Нажимаем вот сюда. И тогда нам предлагают уже зарегистрироваться. Ну, я уже зарегистрировался. Вот. В дальнейшем мы выбираем, вот как здесь показано, да, то есть мы выбираем события. Тут вот можно выбрать весна, лето, осень, зима. Но в этом году осталась только зима. Вот он, Екатеринбург. Можно выбрать 7 километров, можно выбрать 21 километр. Я вот выбрал 21. Я уже заполнил практически форму. У меня в корзине вот это вот... Да, билет. Я здесь все заполняю. Фамилия, имя, отчество. Тут, если надо, регион, телефон. Беговой клуб, с которым я бегаю, это I Love Running. Подтверждаю здесь все. И нажимаю далее. Тут мне что-то предлагается купить еще. Какой-то энергетический коктейль. И вот корзина. Да, то есть, если у меня есть какой-то промокод, но у меня нету, то я нажимаю оплатить. И, в принципе, я перехожу на страничку оплаты, где я и совершу сейчас покупку этого билета на этот зимний полумарафон, который состоится в Екатеринбурге 4 декабря. Добро пожаловать всех желающих, кто хочет присоединиться к нашему забегу, ко мне. Вместе пробежать этот полумарафон. Для кого-то он будет первый, для кого-то он будет и не первый. Но для меня лично он будет первый. И вы можете, в принципе, наблюдать подготовку к этому полумарафону на моем канале Павел Саверченко, где у меня отдельный плейлист есть. Вот он, дневник бега. То есть здесь все мои этапы подготовки к этому зимнему полумарафоном, моему первому в жизни. Так что вот я зарегистрировался. Наблюдайте за моим бегом. Встретимся, в общем, на первом городском зимнем полумарафоне в городе Екатеринбурге 4 декабря. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем счастливой удачи!